Формирование комфортной городской среды продолжается в разгаре благоустройства дворовых территорий. Работы на трех объектах уже выполнены. Всего до осени в планах 22. Мы успели в этом году вовремя разработать и проектно-сметную документацию, и вовремя расторговать, и вовремя приступить к работам. И сейчас ничего не мешает спокойно это все воплотить. Но в борьбе за соблюдение сроков не должно страдать качество. Поэтому специалисты городской администрации регулярно инспектируют ход работ. Во дворе дома номер 53 в Силикатном переулке обустраивают небольшую парковку по многочисленным просьбам. Жители очень просили сделать парковку, но просили сделать в другом месте. К сожалению, там, где они хотели выполнить, невозможно было, потому что проходит большое количество сетей. Единственное место, где проектировщики изыскали, это вот в этом месте. Благоустройство затронет не только взрослых жильцов, но и детей. На площадке заменят песок, установят и несколько новых объектов. Это детский игровой комплекс, качели-балансир, спортивный рукоход для старших возрастной группы и лиана. Во дворе также появятся малые архитектурные формы – скамейки. До настоящего времени их не было. Все остальное зависит от самих жителей. Содержать новую комфортную городскую территорию в чистоте и порядке – их задача. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.